Так, смотрите, вот сейчас видео на интеллект сороки. Насколько она высокая интеллектуальная птица. Значит, вот у нас есть лупа, у нее три аккумулятора. Вот они, эти аккумуляторы. Сейчас я вставлю сюда. Дуся, ну не мешай мне, отойди. Значит, здесь есть такая вот... Сейчас. Дуся, не трогай, не трогай, не надо, не надо. Ей очень нравятся аккумуляторы. Дуся, не надо аккумуляторы трогать, отойди. И вот я их вставляю на эту веревочку, проволочку, вот так раз. Здесь очень сложная крышка. Здесь она защелкивается в одном месте и закрывается в другом. Вот она защелкивается. Вот, смотрите, человек ее не всякий откроет. Даже человек мозгов не хватит. Смотрите, да. Вот я сейчас оставляю ее Дусе. Дуся, покажи нам, что ты умеешь. Значит, она понимает, какую штуку бить. Вот она за одну секунду открывает. И теперь она вот вынимает аккумулятор спокойно. Дело в том, что я не мог понять, кто это делает. Я приношу эту лупу, вот все, она потащила аккумулятор. Потом она потащит следующий. Задача в чем? Дуся никогда не видела вот этой лупы и никогда не видела вот этого устройства. Обратите внимание, здесь такой вот вставляющийся, как говорится, пынтик. И вот сейчас посмотрим, как она его еще раз откроет. Он вставляется вот здесь, закрывается и здесь. То есть люди не всегда способны открыть такую вещь. Многие ломают ее. Сорока понимает. Вот я сейчас его закрою. Он тяжело закрывается. Защелкивается он. Вот он. Сейчас защелкивается. Вот сорока наблюдает. Да, сейчас мы его ровно поставим и защелкнем. Так, сейчас мы положим, перевернем. Усложним задачу. Перевернем. Она понимает, что там по-черному бить не надо. Надо бить по-белому. Интеллект сумасшедший. Вот она сейчас его перевернет. Она его и снизу умеет открывать. Она снизу нажимает клювом. Вот она его спокойно открыла. Дуся, вот как ты это делаешь? Вот откуда у тебя эти мозги такие? Это как задача для осьминога. Показываем еще раз. Закрываем крышку. Она запомнила так. Здесь вот такой есть пымтик, который защелкивается. Нам его надо отжать, чтобы открыть. Показываем, берем, сколько сороки понадобится времени. Дуся, подходи, давай. Значит, вот она, за этот пымтик, она его просто клювом бьет в нужную часть. Вот, все, она сняла крышку. Все, и достает аккумулятор без проблем. Если он плохо достается, она еще умудряется за веревку дергать. Вот, все, она его понесла. Он ей нравится, она им занимается. Я 3 дня не мог понять, кто у меня открывает эту лупу. Лупа с подсветом. Я думал, что я забыл. Потом смотрю разбросанные аккумуляторы, я понял, что это делает сорока. Вот вам такое вот видео по интеллекту у сорок. Ну, вообще у всех урановых.